Приветствую всех, уважаемые зрители. Ну, в первую очередь, это видео будет для тех, кто хочет перенести свой игровой аккаунт RR4 со Steam'а на игровой лаунчер с официального сайта «Русская рыбалка 4». Сейчас я вам расскажу вкратце, быстренько, что надо для этого сделать. Так. В первую очередь, что я сделал? Написал, да, письмо, что я хочу перевести со Steam на сайтовую версию игры. Писать надо службу поддержки, вот адрес, admin@rf4gamma.ru. На что мне ответили: при обращении укажите игровой логин в RR4, заметьте, письменно. Для переноса прошу предоставить почту регистрации, на которую будет зарегистрирован аккаунт. Почта не задействована при регистрации на сайте. Это означает, что ваша почта, на которую вы хотите прикрепить аккаунт, не должна еще быть зарегистрирована на официальном сайте RR4. Так, далее. А также скрин профиля в игре, где виден ваш игровой логин, клавиша Escape. После этого вам будет предоставлен пароль для входа в личный кабинет сайта и форума игры. Этот же пароль будет для входа в игру через клиент сайтовой версии. Вот, чтобы несколько раз не писать, делайте сразу все, что, так сказать, сказали. Заходим в Steam. Первое, что надо было, да, игровой логин RR4. Ребята, вот сверху, да, в правом углу. Но это не игровой логин. Нажимаем сюда, вот, выйти из аккаунта, да, и тут написано. Вот это и есть ваш игровой логин. Записываем его, да. Так, заходим в игру. Когда в игре находимся, жмем Escape, выпадает такое меню. Делаем скриншотик. Далее что? Ну, заходим в свой почтовый ящик, да, понятно. Заходим в свой почтовый ящик, пишем письмо, отправить. Адрес указываем, такой как тут. Сразу же пишем свой логин, который указан в Steam был, да. Адрес электронной почты. Прикладываем скриншот, который сделали в игре. Вот у меня так вот выглядит. И отправляем. Ждем ответа. Ответ придет быстро. Как бы на удивление, вообще ответ пришел быстро мне. Я после работы поспал немножко, встал, уже все. Ответили, все сделали. Все, заходим на официальный сайт игры. Входим в ваш профиль. В письме указан логин, такой же, как у вас и был. И пароль для входа. Входим на сайт. Тут есть вот сразу сверху раздел «Скачать игру». Скачиваем игру. Устанавливаем. Я думаю, это показывать не надо как. Так, также что тут у нас есть? Вот, личный кабинет есть. Купить золото, купить премиум. Допустим, нажимаем «Купить премиум». Единственное, что мне не понравилось тут, это то, что нету способа оплаты с Kiwi кошелька. Но может в дальнейшем сделают. Может, в дальнейшем сделаю. Еще что скажу. Ребята, перевестись со Steam на официальный лаунчер RR4 можно. Но обратно с лаунчера перевестись на Steam уже будет нельзя. Так что, кому это надо, ребята, решайте. Кому это не надо, как бы, думайте. Для кого надо, переводитесь. Для кого не надо, оставайтесь в Steam. Лаунчер выглядит вот так вот. Как бы красиво, хорошо. Надеюсь, что в дальнейшем сделают, добавят, так сказать, чтобы можно было производить оплату с Kiwi кошелька. Это удобно. Будем надеяться. Ну что, все. Спасибо всем огромное за внимание. Надеюсь, кому-то помог. Чтобы несколько раз не писать, а быстренько все сделать с одного раза. Написали, получили ответ.
Скачали, установили, зашли, играем. Давайте, всем удачки, до скорых встреч.